Капа, ты с ума сошла? Сань, знаешь, как здорово? Не хочешь попробовать? Это же рояль. Ну да. Капа, хватит полировать. Ай, я скользю. Тебя сейчас увидят. Да ладно, все нормально. Доброе утро. Доброе утро. Мы с вами, друзья, находимся в нашем любимом доме музыки. Да, и сегодня мы поговорим еще про одного короля, Капа. Про какого? По которому ты сейчас каталась. Это король? Это король. Я каталась по королю? Извиняйся. Извините, пожалуйста. Да. А поможет нам в этом разобраться, почему он тоже король, наша старая знакомая Валерия? Здравствуйте, Лера, здравствуйте. Здравствуйте, Лера. Валерия Иванова, друзья. Мастерица клавишных инструментов. Лер, расскажи, пожалуйста, почему он тоже король? Король ведь был орган. Дело в том, что, как ни странно, орган – это не предшественник рояля. Нет. А что предшественник? А предшественниками рояля считается клавесин и клавикорд. Струнные инструменты. А орган – это у нас духовой инструмент. Вот. Да. Вот ведь, казалось, так похоже. Да? Смотри, сколько струн. Да, я вижу, смотри. Ой, а почему он не зажатый? А потому что они сейчас закрыты вот этими демпферами. А-а-а. Да, и звук и поэтому идет. Такой короткий, да. А если мы нажмем клавишу, демпфер поднимется. Ну-ка. И звук будет тянуться до тех пор, пока я не отпущу. Валерия, а сколько струн вообще в этом короле? Ой, струн больше 200. Появились новые возможности у музыки, у композиторов, чтобы появился новый звук с новыми градациями, с новым наполнением и возможностями динамических оттенков. А за счет того, что придумали молоточек, звук стал мягкий и длинный. Вот так. А пианино это вот которое? А пианино это то, оно часто бывает дома у людей, да? Оно вертикально расположено, да. Там тоже струны чугунная, просто расположены вот так вот. У нас чугунная рама, да. На нее натянуты струны. Ага. И они расположены горизонтально. А у пианино вот так? Концертные рояли огромные, двухметровые. А пианино вот так? Теперь все понятно. Ну давайте извлечем какие-нибудь звуки, сыграйте нам что-нибудь. Валерия. Да, Валер, покажем, на что способен король концертных залов. Дорогие друзья, мы благодарим Валерию Иванову, которая нам рассказала все о королях. Пока, Капа. Пока. Больше пока, никогда, друзья мои. Пока. Все, я обещаю, больше никогда. Не буду кататься на рояле. Пока, буду его только слушать.